Детское радио представляет. Клуб по интересам. Фалеристика. Какое красивое слово! И дело, которое так называется, тоже очень красивое и интересное. Скорее расскажите, что это такое? Сейчас. Вы достаете какие-то огромные альбомы. Тяжелые? Еще бы! Это ведь непростые альбомы. Откройте их. О, у вас огромная коллекция значков. Верно. Фалеристика – это коллекционирование значков. А я, получается, фалерист. А откуда взялось такое необычное название? Фалерами назывались металлические украшения, которые служили воинскими знаками отличия в Древнем Риме. Кстати, фалеристика – это коллекционирование не только значков, но и орденов, медалей, любых нагрудных знаков. Но вы любите именно значки. Верно. Значки – моя страсть с детства. Я был совсем мальчишкой, когда в 1957 году в Москве проходил Всемирный фестиваль молодежи и студентов. Тогда значки приобрели огромную популярность. Я знаю. Мой дядя до сих пор хранит значок-эмблему этого фестиваля. Знаете, такой цветок с лепестками цвета пяти континентов. Да вот же он, смотрите. А еще в те дни мне подарили английский значок с изображением Биг Бена, символа Лондона, и французский значок в виде круассана. С них и началась ваша коллекция? Да, я решил собирать значки с изображениями или символами городов и стран. Вскоре у моей коллекции появились разделы. Вот, например, смотрите. Раздел, посвященный не просто городам, а их старинным гербам. Смоленск, Рязань, Суздаль, Великий Новгород. Каждый значок отлит из металла в виде маленького герба. Они похожи на настоящие щиты, только миниатюрные. Я очень люблю именно эту серию. У меня есть все значки из нее. Понимаю. Это особая гордость коллекционера. Да, коллекционеры иногда похожи на охотников. Не успокоятся, пока не приобретут желанный трофей. Особенно это касается редких, старинных значков. В моей коллекции много таких. Это настоящие произведения искусства. Да, это сейчас значки штампуют из пластика. Верно. А раньше нужно было заслужить это право. Создать эскиз, по которому будут отливать значок. Это делали настоящие художники. И все старые значки отлиты из металла. Никакого пластика. Спасибо, что согласились показать мне эту удивительную коллекцию. Пожалуйста. Клуб по интересам.